Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Как меня слышно, видно? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь в нашем чате. Как правильно писал Юрий Викторович, что у нас совсем немного. Приветствую Бадуло, то есть человек, который приходит к нам и на живые презентации, вот, и посещает периодически вебинары. Приветствую вас, Эльвира, то есть рад сегодня знакомству с вами. Вот, в принципе, кое-какая информация у меня есть. Я думаю, вечером с вами сегодня свяжемся, если будет время скайпа. Поговорим по той теме, о которой мы с вами разговаривали. Всех рад приветствовать на вебинаре и хочу задать вопрос, скажем так. Есть ли те, кто вообще, в принципе, ни разу не был на подобном мероприятии и не полностью освоил маркетинг-план компании Skyway Capital? Если таковые есть, просто один поставьте. Потому что на наших мероприятиях, так называемых презентациях Skyway Capital, мы подробно о партнерской программе не говорим. И вы знаете, в принципе, если поговорить на эту тему, то далеко не все люди, проживающие на территории там, бывшего Советского Союза, либо в любых странах мира, да, позитивно относятся к получению дохода по системе MLM. Кстати, а есть ли у нас ярые противники данной системы в нашей комнате сегодня? Если таковые есть, тоже можете, скажем так, как-то обозначиться, написать, что да, я как бы не приемлю эту схему зарабатывания денег и так далее, и так далее. Причин может быть несколько, потому что, в принципе, большинство из нас, скажем так, взрослых людей, да, устоявшаяся схема, которую нам внушили с детства, что, чтобы зарабатывать деньги, необходимо закончить школу, институт, получить хорошую специальность, классно пристроиться где-то, зарабатывать деньги, да, и в итоге, возможно, можно выбиться в люди, скажем так, выйти на какую-то государственную должность, достичь какой-либо администрации высокого уровня, при этом иметь и дачу, и что-то еще, да, и жизнь сложится, как мы хотим. Не факт, что это так произойдет. Мало того, в последнее время каждый человек, по сути дела, сам себе чем-то обязан. Государство себя сняло обязанности и такого понятия, как когда-то было в Советском Союзе, например, да, право на труд, сегодня нет. Вот. Сегодня есть возможность получить специальность, есть возможность получить специальность, которую вы любите, в принципе, да, потому что есть люди, которые обучаются в разных институтах и действительно любят ту специальность, которую они получат, то направление, которое они выбрали для собственного обучения. Ну и огромное количество людей, которые учатся ради бумажки, я думаю, многие из вас, кто следит за информацией касаемо системы обучения в последнее время, да, огромное количество учебных заведений, которые дистанционным образом как бы, вроде бы обучают людей чему-то, да, и когда задают вопросы юристам, экономистам по окончанию данных учебных заведений, самые простые знания в этом направлении, например, о чем там первая статья Конституции Российской Федерации спрашивает юрист, он ничего не может ответить, то это говорит о качестве образования. Соответственно, эти люди будут пристраиваться где-то, имея диплом крутого университета, может быть, да, и так далее, но не более того. Система MLM, почему, скажем, когда-то мне понравился данный способ получения дохода, она, наверное, наиболее демократична в плане того, что наиболее справедлива. Да? То есть вы здесь можете получать доход в соответствии с тем, какие вы усилия затрачиваете на создание дохода, на получение этого дохода, да, вот, и вас никто не может ограничить в этом доходе. То есть у вас здесь нет какого-то жесткого оклада, у вас здесь нет начальника, который может вас бить по рукам, либо наоборот, скажем так, давать пинка и постоянно подгонять. В принципе, вы сами выбираете себе режим работы, количество времени, которое вы готовы на это затратить. Главное понимать следующее, то что партнерская программа, которая есть в компании Skyway Capital, в принципе, это еще один инструмент для увеличения вашего дохода. Причем инструмент, который позволяет вам зарабатывать сегодня, не дожидаясь выхода группы компании Skyway с технологией, разработанной на мировой транспортный рынок, да, и теми пакетами долей компании, либо акций нашей компании, которые в дальнейшем вы сможете реализовывать по своему усмотрению. Либо продавать после того, как они будут котироваться, скажем так, рыночная котировка будет их на международных финансовых рынках, да, либо дожидаться дивидендов, но сейчас уже, не дожидаясь того момента, когда мы все это сертифицируем и выйдем на мировой транспортный рынок, у вас есть возможность зарабатывать деньги по партнерской программе. То есть это инструмент, это стимул. И в принципе Юницкий принимал это решение достаточно сознательно, потому что какое-то время изучали этот вопрос, да, возможности, скажем так, создания какого-либо маркетинг-плана, который будет стимулировать наших инвесторов к информационной деятельности, к тому, чтобы они знакомились с информацией о развитии технологий, о возможности стать инвестором, делились этой информацией своим окружением. И достаточно приличный процент вы можете зарабатывать от суммы привлекаемых инвестиций.
Вообще, я думаю, большинство из тех, кто находится в комнате, наверное, знают, да, что система МЛМ, скажем так, юридически узаконенном варианте существует с 1950 года. Вот. Была компания когда-то МВ, она и сейчас есть, никуда не делась. А в принципе, схема, скажем так, прямых продаж либо многоуровневого маркетинга началась даже немножко раньше. Это где-то конец 30-х годов Америки. Система, которая себя, в принципе, оправдала, огромное количество людей трудится в этом направлении, и вот данная возможность есть и у нас. Преимущество партнерской программы компании Skyway Capital есть целый ряд. Наверное, самое важное преимущество – то, что это простота. Да? То есть простота понимания маркетинга. Здесь нет каких-то сложностей, здесь нет каких-то там дополнительных условий, которые неожиданно всплывают, либо прописаны мелким шрифтом. То есть все у нас достаточно прозрачно. Важно, чтобы вы понимали, здесь есть отличие от фактически всех компаний, работающих на рынке MLM, в следующем. То, что, как правило, компании, выходящие на рынок любой страны, MLM-компании, у них есть руководство компании, да, то есть те, кто ей владеет, у них есть уже устоявшийся, устаканившийся какой-то набор, перечень товаров либо услуг, да, и они вам предлагают стать клиентами в этом, на их рынке, да, и помогать им этот рынок развивать в вашей стране. Соответственно, если вы будете успешным партнером, создадите многотысячную структуру и создадите, скажем так, многомиллионный товарооборот, то есть вероятность далеко не у всех, а по сути дела в единицах компаний, что с вами поделится какой-то частью акции этой компании. То есть вы станете совладельцем этой компании. Вот такие компании единицы. У нас же эта возможность какая? Вы сразу становитесь совладельцем компании, и товаром в будущем будет являться наша технология, которая будет применяться в разных уголках земного шара. То есть товар у нас технология единица, она будет реализована в строящихся дорогах, эти дороги будут приносить прибыль, и на те доли компании, которые вы сегодня еще имеете возможность купить, вы будете получать прибыль. Да? Но плюс ко всему еще у нас есть возможность зарабатывать деньги по партнерской программе. И выглядит это, я на презентации говорю, таким образом, как в 70-х годах примерно ситуация выглядела на рынке IT-технологий. Когда Стив Джобс, Майкл Делл, да, потом кто у нас еще есть, Билл Гейтс и целый ряд людей, которые начали разрабатывать программное обеспечение, какие-либо устройства, работающие сегодня на мировом рынке, да, в направлении IT-технологий. Сегодня эти люди миллионеры, и тогда они предлагали любому человеку принять участие в этом проекте, проинвестировать их идеи. Да. Кто-то в это дело поверил, кто-то нет. Вот сегодня ситуация похожая у нас с вами. Юниски предлагает стать совладельцами его интеллектуальной собственности, стать совладельцами в ближайшее время крупнейшей транспортной компании. И на презентациях я тоже говорю, что транспорт затрагивает на сегодняшний день гораздо большее количество людей в мире, чем интернет. Да, интернет развивается, да, интернет вошел в жизнь огромного количества людей, но огромное количество уголков земного шара, где его просто нет. И, кстати, технология Skyway, которую мы сегодня внедряем, да, она позволит вот те удаленные уголки земного шара этот интернет провести. Вы, наверное, видели, да, на презентации, что в путевую структуру Skyway можно встраивать волоконно-оптические линии связи, которые могут прийти и в тундру, скажем так, в зону вечной мерзлоты, и в те края, где температура там 40, 50, 60 градусов по шкале Цельсия. Итак, друзья, партнерская программа простая. У нас 6 квалификационных уровней, либо ступеней карьеры. Вы их видите сейчас на слайде. Есть еще такая, скажем так, ее квалификацию назвать нельзя, но состояние назовем таким образом. Клиент. Человек, который зарегистрировался у нас на сайте по чьей-либо реферальной ссылке, он становится клиентом, человеком, который разбирается в информации, задает огромное количество вопросов, либо, скажем так, небольшое количество вопросов. У него есть право разобраться в информации и стать инвестором, да, приобрести для себя какой-либо из пакетов долей компании, будь то в рассрочку, будь то разовый пакет, и потом просто выкупать, и так оставаться на уровне инвестора. Да? Либо не становиться инвестором и просто наблюдать, продолжать со стороны, имея уже личный кабинет, как же будет развиваться, скажем так, наш проект, как будет развиваться наша компания. Но именно тот человек, который увидел перспективу зарабатывания денег на сегодняшний день, и даже после регистрации в состоянии клиента не купил пока себе никакого пакета долей компании, имеет возможность зайти в раздел «Инструменты партнера», увидеть на экране своего монитора баннер, на котором написано, что данный раздел вам будет доступен только после подписания агентского договора, ознакомиться с договором, соглашается, читает текст, внизу ставит галочку, что согласен с условием, и подписать. Вот если этот человек проделывает, он сразу становится партнером, то есть поднимается на первую ступеньку по нашей карьерной лестнице, и с этого момента у него есть возможность давать свои реферальные ссылки, которые становятся доступны, да, тем людям, которые его окружают в повседневной жизни, друзья, знакомые, родные, близкие, партнеры по бизнесу, коллеги по работе, однокашники, одноклассники, которых он знает, да,
И людям из мира интернета, которые есть в социальных сетях, которые, возможно, есть в контактах скайпа, проживающих в других странах, в других городах. Им можно давать реферальные ссылки, знакомить их с информацией, приглашать на наши мероприятия, которые проходят в режиме онлайн, либо живые мероприятия, которые проходят в целом ряде городов. И список этих городов можно найти в разделе расписания. Да? Если эти люди приобретают для себя какие-либо пакеты долей компании, он начинает получать вознаграждение на бонусный счет и на акционный. На бонусный счет, так называемый, идут живые деньги. Вот те проценты, которые вы сейчас видите на экране, 4 уровня глубины, да, 15% человек начинает получать с первого поколения, если по его рекомендации кто-то что-либо покупает, да. 4 со второго уровня, это люди ваших людей. 2% с третьего, 1% с четвертого. Вроде бы не ахти какие проценты, но тем не менее у нас огромное количество людей, которые выбрали для себя быть инвесторами, но тем не менее подписали агентский договор, они не против, например, получать какое-то дополнительное вознаграждение, помимо тех денег, которые они зарабатывают еще где-то, будучи в стадии партнера. То есть это люди, в принципе, которые могут не грезить, да, какими-то большими высокими квалификациями по нашим маркетинг-планам, но тем не менее у них есть возможность получать вознаграждение. Половину положенной суммы, которая вам идет на бонусный счет от тех процентов, что вы видите справа в столбике, начисляется на акционный счет. Акционный счет по-прежнему остается подарком компании для тех людей, которые развивают партнерскую структуру. То есть с акционного счета деньги вы можете потратить только на приобретение пакетов долей компании из стандартного прайс-листа, который в личном кабинете партнера у нас изображен на светло-серо-зеленом фоне. У каждого разные настройки, скажем так, монитора, и у кого-то светло-зеленый, у кого-то такой серо-зеленый, у кого-то серый фон. То есть пакеты от $15 до $150 000. Вы можете строить структуру, у вас могут деньги накапливаться на акционном счете, накопили, например, $1000, да? Взяли, купили пакет, и у вас будет 180 тысяч акций дополнительно к тем, которые вы купили до этого, либо, скажем так, сделали первую покупку. То есть акционный счет – это подарок. Относитесь к нему как к подарку. Деньги с него вывести нельзя. Деньги можно вывести с бонусного счета. Пожалуйста, зарабатывайте деньги в партнерской программе, и то, что вы заработаете, будет ваше. То есть у вас никто этого не отнимет. Вот. Ну, лишнего, правда, никто давать тоже не собирается. Следующая квалификация называется консультант. То есть здесь вступают в силу первые три обязательных условия, которые необходимо выполнить, чтобы подняться на вторую ступеньку. В принципе, они достаточно просты. Поверьте мне, в большинстве, скажем так, MLM-компаний эти условия более жесткие, чтобы расти в квалификации. Здесь достаточно купить акции нашей компании на $100 суммарно, либо сразу, да, то есть неважно, вы можете купить пакет за $30, за 60 и за 15 через какое-то время. Суммарно будет 105. Вот. Либо сразу покупаете пакет за 130 у нас есть, да, либо за 200, либо за 550. То есть какой вы выберете, это уже ваше право. И вы уже выполняете первое условие. То есть сумма вашей личной квалификации, вашего личного приобретения пакетов долей компании не менее $100 США. И в первом поколении, то есть люди, которые зарегистрировались по вашим реферальным ссылкам, должно быбыть тоже не меньше двух людей, которые на $100 купили наши акции. Суммарный товарооборот будет не менее точно $300 в этом случае, да, это третье дополнительное условие. И как только это условие выполняется, вы становитесь консультантом, и у вас увеличивается вознаграждение со второго уровня, становится 5, с третьего 3, с четвертого 2, и добавляется один уровень глубины, с которого выплачивается 1% вознаграждения. Третья ступенька карьеры, третья квалификация по маркетинг-плану называется лидер. Лидер – это человек, который уже имеет какое-либо количество последователей. Может быть 2, может быть 5, может быть 10, может быть 100. Да, то есть вы уже, скажем так, ведете людей за собой в каком-то направлении выбранном. Чтобы стать лидером, необходимо самому купить пакет акций от $200, да, суммарно и выше. И чтобы в первом поколении было не меньше 3 людей, которые сделали то же самое. Суммарный товарооборот вашей личной закупки и товарооборот первого поколения должен составлять не меньше $2000 США. Это третье условие. Как только эти все три условия выполняются, соответственно, у вас 7% начинает выплачиваться второго поколения, да, 5 с третьего, 3 с четвертого, 2 с пятого, и один уровень глубины добавляется, с которого выплачивается 1%. То есть с шестого уровня вам товарооборота выплачивается 1%. Четвертая квалификация называется у нас мастер. То есть мастер – человек, который здорово умеет что-то делать, да, в любом направлении. То есть мастера у нас есть в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Есть мастера в цеху, есть мастера, скажем так, которые здорово шьют одежду, есть мастера, которые делают обувь, есть мастера, которые отлично занимаются спортом, да, заслуженные мастера спорта там, и так далее, и так далее. То есть слово мастер чего-то значит. Чтобы стать мастером, необходимо самому приобрести пакеты акций нашей компании на сумму от $1000 и более. И в первом поколении вашей структуры воспитать минимум 3 человек, которые повторят вас на предыдущей квалификации. То есть помочь 3 людям, зарегистрировавшимся по вашей реферальной ссылке, стать лидерами.
Третье условие – товарооборот всей вашей структуры, первого поколения, точнее, и вашей личной закупки должен быть не менее 5000 долларов США. Когда эти условия вы выполняете, вы становитесь мастером. В этом случае у вас добавляются три уровня глубины. С 7 по 9 уровень вы начинаете получать по 0,5% товарооборота, который создает ваша структура или команда, так как это называется в мире MLM. И на 4 уровне возрастает ваше вознаграждение до 4%, на 5 до 3%. То есть это отличие квалификации мастера от квалификации лидера. Следующая квалификация называется у нас эксперт. Пятая ступенька карьеры. Чтобы стать экспертом, личная инвестиция должна составлять не меньше 5000 долларов в наш бизнес. Да? И в вашей структуре должно быть не меньше 3 мастеров. Причем 2 из них обязательно должны быть в первом поколении, а третий мастер может быть во втором, в третьем, в пятом. Важно, чтобы этот третий мастер не входил в структуру первых 2 мастеров. Если все 3 мастера, воспитанные вами в первом поколении, будут у вас, точнее, будут располагаться в первом поколении, это отлично. Суммарный товарооборот в этом случае первого поколения и ваш должен достигать не менее 10 тысяч долларов США. Как только это происходит, вы становитесь экспертом, у вас увеличивается на 1% вознаграждение с первого поколения, да, и добавляется с 10 по 20 уровень, то есть 11 уровней структуры, с которой вам добавляют по 0,2% с каждого уровня товарооборота, который делает ваша команда. Это квалификация эксперта, где-то до марта месяца, до середины она у нас была последний, высший, да, то есть выше было некуда. Но с марта месяца ввели следующую квалификацию, которая называется топ-эксперт. Это человек, у которого, как правило, крупные, большие международные структуры в разных городах и странах. Человек успешный, получающий очень серьезный уровень дохода. Сумма его личной инвестиции не менее 10 тысяч долларов в наш проект. В первом поколении не менее 3 человек, которые достигли квалификации эксперт, да, то есть вы воспитали 3 лидеров. И суммарный товарооборот первого поколения ваш составляет не менее 30 тысяч долларов США. В этом случае у вас первое поколение еще на 1% увеличивается. Все проплаты, которые будут проходить у вас в первом поколении, по вашей реферальной ссылке, причем неважно, новыми людьми или те, кто был, да, становится 17% выплаты, да, и с 21 по 24 уровень вы начинаете получать товарооборот на 0,1%. Это квалификация топ-эксперта. По сути дела, все, что я вам сейчас рассказывал на рисунках, да, отражено в таблице, которую вы сейчас видите перед глазами. 4 уровня глубины на партнере, 5 на консультанте, 6 лидер, 9 мастер, 20 эксперт и 24 топ-эксперт. И условия, которые необходимо выполнять по каждой квалификации, вы вот видите внизу, да, то есть личный объем, который необходимо выполнять, причем он накопительный, да, это важный момент, еще раз повторю. И суммарный товарооборот первого поколения с учетом ваших личных инвестиций. Есть еще, скажем так, часть нашего маркетинг-плана, которая направлена в первую очередь на людей, кто активно развивает бизнес и продолжает работать активно по привлечению новых людей, например. Да? Либо, скажем так, у кого структура активно работает в направлении покупки пакетов нашей компании в рассрочку. То есть есть возможность дополнительно получать к тем от 15 до 17%, которые увидели по основному маркетингу, еще 3%. Это происходит в течение одного календарного месяца. Это первое условие данного бонуса. Да? Если в вашем первом поколении осуществляется 4 покупки пакетов и покупается пятый пакет, то пятый пакет сразу же, скажем так, за него идет вознаграждение не 15%, давайте рассмотрим касаемо квалификации до мастера исключительно, а сразу же 16%. За предыдущие 4 добавляется 1%. Дальше месяц продолжается, 7, 8, 9 пакет купили. Как только покупается 10 пакет, 10 транзакция, да, проходит в первом поколении, за нее начисляют 17%. И еще 1% добавляется всего товарооборота, который был сделан до того. То есть за все предыдущие 9 пакетов еще 1%. Далее 12, 14, 17, 19, 20 пакет у вас покупается, месяц еще не закончился. За 20 пакет вам начисляют 18%. За все предыдущие, за весь товарооборот, который сделан на 19 пакетах, начисляется дополнительно 1%. То есть это все выглядит таким образом, что все 20 пакетов, которые были куплены в первом поколении, за них вы получили по 18%. 21, 22, там 25, 27, 30 купленный пакет будет по максимальному, скажем так, процентному соотношению выплаты 18%. Либо если вы квалификация эксперт, да, и этот бонус привязан, соответственно, для вас все начинается с 16%, заканчивается 19%. Если вы топ-эксперт, с 17 до 20%. Условия какие есть по выплате данного бонуса? Первое – календарный месяц. Второе – один человек по
в вашей структуре в первом поколении зарегистрирован, может купить несколько пакетов. Да? Вот они все будут здесь учитываться, то есть для выплаты данного бонуса. Пакеты, покупаемые в рассрочку, тоже учитываются. То есть если в вашей структуре 20 и более человек, которые приобретают рассрочку и ежемесячно ее оплачивают, вы все время будете получать максимальный процент с этого первого поколения. Вот. Ну и пакеты могут быть куплены как новыми людьми, которых вы только зарегистрировали, так и теми, кто зарегистрирован у вас давно. То есть здесь разницы никакой нет. Вознаграждение также начисляется 100% на бонусный, 100% и 50% от положенного вознаграждения на бонусный счет начисляется на акционный счет. На данном слайде мы, как только, скажем так, появился этот бонус, подробно разбирали этот слайд. Сейчас я вам просто скажу, что вот взяли для примера, что люди в вашей структуре в первом поколении покупают пакеты номиналом $50, и всего их было куплено 22 за месяц. То есть товарооборот $1100. Если у вас такой товарооборот делается в первом поколении за эти 22 пакета, то вы получаете с него $198 США. Это ваше вознаграждение. Вот таков маркетинг-план. Как я говорил, что главное его достоинство, в принципе, простота. Вот ничего сложного в том, что я рассказал, нет. Да? Важный момент. Ну, главная отличительная черта, наверное, да, есть еще целый ряд компаний, у которых тоже есть такое преимущество, либо условие, то что маркетинг-план накопительный с самого первого дня сотрудничества вас с нами. То есть все, что вы делаете, вы лично и люди в вашем первом поколении, оно не обнуляется, не сгорает, никуда не пропадает, а все суммируется и складывается, что, в принципе, позволяет вам поступательно двигаться, да, к следующей квалификации по маркетинг-плану, если вы какие-то усилия прилагаете в этом направлении. То есть люди у вас могут быть докупать пакеты, вы сами можете покупать и постепенно расти квалификации. Квалификационным считается первый уровень. То есть это можно отнести к плюсу, можно отнести к минусу, каждый на это смотрит по-разному. Да. Понятия компрессии у нас нет. Соответственно, людей, которых приглашаете за собой в этот бизнес для того, чтобы они зарабатывали деньги, ну, осуществляйте отбор. Да, то есть как бы не старайтесь всех подписать, тех, кто даже не заявил желание быть вашим партнером, ни в коем случае не платите ни за кого деньги. Да. Христа ради никого, скажем так, свою структуру не регистрируйте, потому что порой сталкиваемся с ситуацией, что мы для людей хотим счастья больше, чем они сами, и еще сами потом становимся виноватыми, потому что людям вроде бы сделали благое дело. Поэтому те, кто следует за вами, тех людей, которых вы приглашаете в бизнес, оцениваете, взвешиваете, да, в плане построения бизнеса. Я ничего не хочу сказать плохого про людей, которые просто становятся инвесторами и покупают пакеты. Это здорово. Вот. Но эти люди вас тоже продвигают в квалификации. Соответственно, если они купили себе пакеты, да, то есть у вас есть и доход, и возможность расти. Вывести свои заработанные деньги с бонусного счета вы сможете тогда, когда на нем накопится минимум $30. То есть меньше $30 сумма не выводит. Условия роста квалификации, я думаю, что вы уже поняли, да, из рассказа о маркетинге, что это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций ваших партнеров первого поколения. Потом суммируется, это третье условие роста квалификации. Будет он расти, будете вы выполнять лично, будут у вас те партнеры, которые будут соответствовать, скажем так, следующему уровню квалификации, вы будете продвигаться вверх, как альпинисты в горах. У нас очень важный момент, то что отсутствуют обгоны, и отсутствуют потери структур. В большущем количестве, скажем так, маркетинг-планов обычного малого бизнеса, к сожалению, такая картина наблюдается. То есть, если вы достигли, например, квалификации лидера, вас там догнали, перегнали в квалификации мастер, то в огромном количестве компаний вы теряете структуру, вы теряете вознаграждение, да, либо вам выдвигается какое-то жесткое условие, которое необходимо выполнять, чтобы либо малую часть дохода иметь, либо чтобы в итоге подняться скорее выше, да, если вы не выполняете что-то, вам в итоге не доплачивают денег. Вы можете терять квалификации там, и так далее, и так далее. Есть большое количество компаний, где структуру, которая вас догнала, либо выгнала, у вас ее забирают просто. И больше вы с ней никогда ничего не будете иметь. У нас такого нет. Если вы, например, в квалификации консультанта в вашем первом поколении есть там мастер, либо даже эксперт, неважно, он получает свое вознаграждение с положенных, скажем так, уровней глубины структуры, а вы с вами. То есть вот те линии его структуры, которые будут входить в доступном вам уровне, вот с них вы будете получать положенный процент. Ничего страшного в этом нет. Появится второй, третий эксперт, да, если вы доберете, например, купите себе там положенную, сделать инвестицию, вы станете топ-экспертом. То есть, ну, вам самому выбирать, что для вас важнее, как вам это дело спланировать лучше. Минимальная сумма инвестиций, благодаря которой вы можете зарабатывать сотни долларов, тысячи долларов в месяц, составляет всего $15. Даже с такой инвестицией вы можете получать серьезный уровень дохода, и вам на бонусный счет будут начисляться те суммы, о которых я сказал. И благодаря этой сумме вы можете стать и крупным акционером. Если развиваете партнерскую структуру,
и докупаете пакеты долей компании с акционного счета. То есть, если вы, скажем так, за все время взаимодействия с нами, может быть, год-два еще это будет длиться, да, вот как вы примете решение, будете строить партнерскую структуру, и вам, например, не один раз будет начислен на акционный счет там эквивалент суммы $1000, то есть вот 5 раз вы купите, например, или 6 по 180 тысяч акций на данном этапе. На следующий может быть меньше данное число. Далее, нет необходимости квалификацию подтверждать. Огромное количество партнерских программ в своей основе имеет то, что каждый месяц нужно, скажем так, вылазить из штанов и как минимум делать не меньше, чем в предыдущем. Да? То есть вас могут заставлять делать ежемесячный объем какой-то. Обязательный объем может быть условие, должна делать ваша структура. А есть компании, в которых и первое, и второе условие присутствует. У нас этого нет. Сколько сделаете, столько сделаете. И вас никто не попросит там раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год повторить, скажем так, тот успех, когда вы поднялись на какой-то уровень квалификации. Вот у нас этого нет. Кстати, в повседневной жизни обычной вот, подтверждение квалификации присутствует. Потому что, вы знаете, есть педагоги, врачи, военнослужащие, там, люди рабочих специальностей, где есть разряды, категории, звания, должности, классность там, и так далее, и так далее. Чем выше этот показатель у вас, тем больше вы зарабатываете. Но его надо подтверждать. Где-то раз в 5 лет, где-то раз в 10, где-то там раз в 3 года, везде по-разному. У нас этого отсутствует. Высокий процент выплат, то есть с первого поколения вы можете получать до 20%, и вплоть до 24 уровня глубины вы можете получать вознаграждение от 0,1 до 7% товарооборота, который делает ваша структура. Вас никто не может ограничить по количеству людей, которых вы можете пригласить за собой в этот бизнес. То есть вы знаете, есть бинарные компании, там матричные, где говорят, ты можешь 2 человека в первом поколении, 4, там 6, 8, неважно. У нас, сколько вы ссылок дадите, сколько человек примет решение за вами зарегистрироваться, пожалуйста. Но подходите к этому разумно. Если вы сами приняли решение активно развивать бизнес и хотите, чтобы в вашем первом поколении были обученные люди, которые легко это могли делать сами через какое-то время, а не вы за них это делали, то, в принципе, было бы логично обучить 3-5 всему тому, что умеете вы сами, всему тому, что умеет ваш наставник. Да? Вот. И далее уже брать следующего человека, следующего человека, уже помогать консультациями, помогать проводить какие-то более крупные мероприятия и так далее. И бонусное вознаграждение, как я вам говорил, выплачивается в полной мере те проценты, которые мы с вами озвучили, на бонусный счет. И половина этого вознаграждения идет на акционный счет. То есть до сих пор это все присутствует. Юницкий говорил, что мы не все время будем начислять деньги на акционный счет. Придет пора, там может быть 25%, да, а может быть и 0%. То есть акционный счет может быть аннулирован. Пока он есть, пока, скажем так, компания подарки еще дарит своим партнерам, полностью развивая партнерскую структуру. И еще два важных момента. Маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть таких немного на рынке MLM. То есть сделали вы действие, сделали действие под вами в какой-то глубине вашей структуры, если вам по маркетингу положено, значит практически в то же время, либо через короткий промежуток времени, вам начисляется денежное вознаграждение на бонусный акционный счет. И квалификацию, которую вы выполняете, да, вам не нужно ждать неделю, до конца, например, недели, если это сделано в начале, либо месяц, как это бывает в огромном количестве компаний, чтобы вам присвоили следующий уровень квалификации. Фактически это происходит в тот же, в редких случаях на следующий день. И то есть вы сразу начинаете получать увеличенный процент, большую глубину, а не ждете месяц, пока, скажем так, он закончится, вам потом это присвоят, и только следующий месяц товарооборот у вас будет уже идти в увеличенном размере. Вот. По сути, на пальцах, как выглядит маркетинг-план, да, и его основные преимущества, его условия. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них постараюсь ответить, если вы их в чате сейчас напишете. Все ли понятно, что я рассказал? Вот, потому что, в принципе, маркетинг-план можно только усложнить, да, если его, скажем так, обвешивать дополнительными какими-то, ну, абсолютно ненужными, не знаю, как мы говорим, изюминками, там, клубничками и так далее. Вот. Он прост, действительно, скажем так, для его более полного усвоения вы можете сделать простой шаг. Зайти в раздел «Инструменты партнера» в личном кабинете, и там первый пункт – план вознаграждения. Можете скачать себе текстовую часть описания, можете скачать себе слайды, вот, фактически, которые вы сейчас видели, да, и сами рассказывать уже этот маркетинг тем людям, которые вас окружает. Вот таким вот образом. Если все понятно, если вопросов в принципе нет, то, наверное, тогда разрешите откланяться. Вот, Эльвира, как я говорил, с вами давайте свяжемся где-то после, ближе к 9, если будет время, если нет, то завтра с 10 утра. Вот.
Остальным хочу сказать, пожелать отличного вечера, отличного настроения. Теплого еще августа, да, потому что лето все-таки еще остается. Вот. И надо его провести, скажем так, позитиве. Очень хочется в это верить. Возможно, и мне скоро вот удастся отдохнуть. Здоровья вам, любви и денег. Спасибо за то, что были на вебинаре. Приглашайте на мероприятия наши, ваших партнеров. Завтра у нас планируется мероприятие по личному кабинету, да, потому что, в принципе, сильных изменений, наверное, в этом не произошло. Будет ли завтра уже доступен новый кабинет, пока я вам сказать не готов. Но если в вашей структуре все-таки есть люди, которые недавно зарегистрированы, да, которые, скажем так, как огня боятся сами там нажимать какие-то кнопки внутри личного кабинета и так далее, приглашайте их завтра. Просто с ними поговорим, нажмем кнопки вместе, да, то есть я открою экран, понажимаю, там, где у нас что находится. Вот. И, возможно, после этого мероприятия люди без вас сами смогут делать какие-то шаги, что, в принципе, очень важно. Основа нашего бизнеса, чтобы те люди, которых вы приглашаете, научились делать простые действия и при этом не дергали вас в любое время суток, а сами могли это дело двигать вперед. Вот тогда все будет хорошо. Итак, еще раз спасибо. Не буду читать никаких нотаций на